Не стоять. Не надергав заднюю, не надергав. Давай, давай, давай. Финиш, финиш. Разве что не съел ту ленту. Ну я ж так на Дэвидке, помнишь? Да, так. Финиш, это его. Классика, это видео снять. За 54 минуты круг. Был тут раньше? Нет. Будем пробегать сейчас могилу летчика Виноградова времен Отечественной войны. Что, он петлю сделал? То... Я непонятно, как его там сбили. Зенитка вроде немецкая. Но примечательно другое, что тут сбили. Этот памятник потом что-то восстанавливали, что-то восстановили. Непонятно. Выше и выше и выше. Правее. Ну, там влево, влево уходи тут, на этом раздорожье. Угу. Надо сказать спасибо Корчаку, что он такое построил, протоптал. Тут проход. Вот налево, сразу, сразу, сразу. И вниз. Угу.
да. Трёсовка. Да. Я так ещё подумал, где там в поле? Вроде, ну всё чётко, не, понятно. Я туда побежал. Через второе поле. Денис, ты подякуешь, что ты первые 3 километра бежишь так, в развалочку. Подякую. Оксана тоже, как ты, бодро начинала. Бежим и параллельно садим картошку. Сеять. Вечером не хочешь на стрим выйти? Занят будешь? Едет на горы. Старайся так экономно разложить силы, не слишком рвать. Есть время. Поздравляю. Одеваем медаль Дэйвска. Восьмерочка. Поздравляем. Время 54.05. И сразу вручаем приз. Это самый сервис. Это самый сложный. Можно, да, с призом можно так. Опа. Я в шоке. Немножечко. Немножечко. Чуть-чуть тенечек еще дальше. Назад, туда. Стали холодку, чекаємо. На учасника Смирнова Віталія. Вже пройдено 7 кілометрів. Все 3.28. Скоро круг. Там, мабуть, попій. Несанкционированная свалка тут. Надо будет умыться, попить и взять с собой бутылочку воды маленькую. По отвалу, давай, давай. Тут правее держи. По стежке справа. Ага. Ну еще будем второй бежать, так что. Успеется еще. Да, это Крюковский карьер такой. Прямая доставка в Стальзавод.
Правда, не руды. Улица тоже Нерудна называется. Суботня сесія Деївки Трейл. Сьогодні 4 учасники. Віталій Смірнов. Вже пройшли 11 кілометрів. І бігти дійсно важко, бо тепло, жарко, спекотно. Деївка Трейл. 2 травня 2020. Віталій Смірнов. По отвалу, давай, давай. Тут правее держи. По стежке справа. Ага. Ну еще будем второй бежать, так что. Успеется еще. Да, это Крюковский карьер такой. Прямая доставка в Стальзавод. Правда, не руды. Улица тоже Нерудна называется. Субботня сесія Деївки Трейл. Сьогодні 4 учасники. Віталій Смірнов. Снимаю видео. Ваши впечатления от трассы. Хорошая трасса. Ну, на один круг. Это все еще есть. Ну, нам на руку тоже. Нам на руку это. Потому что первый круг ты... Если честно, 400 метров не добежала. Я принял решение раньше свернуть, чтобы Ирена хорошо пробежала. Ага. То вторую часть на втором круге я немножко удлиню, ты увидишь. Сначала там, да, аж до какого-то строения. Ну там свалка. Ну, я понимаю, кто первый раз тут можно заблудиться легко. Наверх. Интересно, сколько я там? Плавный поворот направо. Через бревна. Прямо. Самая приятная часть трассы. Справа гора, они прыгают тут. Точнее, уже, наверное, не прыгают, оно какое-то разваленное. Это старая часть велотрассы, а мы бежим в новую, когда дорогу перебежим.
Тут налево стежка, налево. Очень длинный тягунок. По грунту. Хорошо, давай. Это уже дорога. Не, прямо наверх. И карабкаемся. Налево. А мало картошки, насколько она сделала. Я говорил, что плохо. 2.20 с чем. Она сколько бежала? 20? Да. 21 у нее получился. Она без меня бежала тогда, с комщем. Считай, что не бежала. Потому что она не захотела в соревновательном темпе бежать. Может и правильно. Сколько у тебя? 12-200? 12-208. Ага. Правильно. Я больше должен. Нам осталось лесок пройти и все. Да, на поле. В лес тут поворачиваем. И вдоль дороги идем направо. Я буду сзади. Давай. В лес. В лес направо. Так, прямо. Вот из-за этого знака один чудак в прошлом году ключицу сломал во время Дэйвки Трейл. Велосипедист. Его переставили просто. Сейчас предстоит
сколько ты хочешь? 16 пробежать сегодня? Ну, два круга. У Оксаны еще один круг остался. Ирена уже пробежала круг. Она вот сейчас пробегает, у нее 16 будет. И она бежит на 24 еще. Какой темп? Какой темп? Где-то она бежит по 5 сейчас. Ну, в принципе. Средний. Может, катать, а потом... У нее самое еще хватит сил. Она вынослива. Подстраивайся к ней. Сейчас будешь бежать. Нажимай там, что там. Время есть. Отсюда? Да. Мы уже час 57 бежим. Рома, пофоткай. Вот она бежит, пофоткай. И вместе их пофоткай. Узнала, да? Дениса. Все, мы на третий пошли. Ниже там на горе спустись, хорошо? Да, на перекрестке. Что за кадило? А, это Honda. Да, вы левее по правилам бежите, чтобы на встречке. Мало ли кто-то будет вылетать там, я не знаю. Я контролирую. Там люди идут с собакой. Люди с собакой, чуть машин нету, чуть центрее бежите. Собака, собака впереди. Пошли видео. Если хочешь, остановишь таймер на Деевские Алиенисе и встретишь Ирену, и дальше потом побежишь. Ну, то есть мы же не ограничены. Мы можем быть гибкими. Она потом сядет в машину кучеру. Ты еще круг пробежишь, и ее как раз в 11 муж заберет. Она с кучером будет пока. А что еще один круг? Я два буду еще бежать. Я знаю, что ты два. Ну, я про нее говорю. А, я, ну это мой муж встречал. А, ну, я понял. Он в 11 сюда приедет. Может ее отвезти, да. Ну да, пока ты будешь третий круг бежать, он ее может отвезти. Потому что... Он Иванченко уже просится. Потому что... Иванченко, я бы, знаешь, с тобой запустил на третий круг. Это было бы логично. Очень логично было. Просто я думаю, что если я остановлюсь, я потом не разбегусь, Старайся голову не опускать сильно. Больше, чем дышай. Расправляй грудную клетку. Thank you.
побежал не туда, вернись, правее. Ноги хотя бы шары. Ну понятно. Меньше 3 километров осталось. Ага. Череп. На дорогу и направо. Тут 4 километра отметка. Начали. Да. Иванченко уже ждет. Третий будет веселее. Не, ну я за ним не угонюсь. Согласен. Третий тур. Я тоже. У меня уже первая кровь. Покажу там, как выбежим. С телеком в руках решил просто флягу вставить. Ага. Еще усилие. Оп-оп! На руки воду! На руки! На ручки полить.
Мне кажется, Оксана после Дэйвки трейл кроссовки потребует еды. Да, я же давно уже хочу поменять. У меня же штопанное, перестопанное просто магазин. Право. Тут кажется Дэйвка трейл легкой прогулкой. Но это только прелюдия. Асфальт, это самый главный подъем. А так он тут плавнее, ну, плавнее. По велотрассе будет плавнее. А мы мимо могилы будем бежать? Опять отвал. Начнутся. Там можно их обойти справа, а можно перепрыгнуть. Посмотри, как удобнее, не спеши там. Вот это яма, осторожно. Можно справа пройти, можно перепрыгнуть. Я справа прохожу. Давай, 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 я догоню. Хватит. Да, 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 поехали, поехали, все. Крутанул, че ж ты не крутанул? Ты вспомнил, что тебе еще бежать 13 километров. Тут кирпич, кирпич налево. Дэйвка или прощай колодки. Там стекло есть, осторожно. И там правее. Да, направо. Итак, Виталий финишует. 16 километров Дэйвка трейл. По разжаренному асфальту финиш. У-ху! Пересечение! Я добежал еще там. И награждается медаль. Вот как раз квадроцикл. Орденом, знамени, вымени, стримени, плавени. Да. Пробочка. Ну точно на Олимпиаду поеду. Обязательно. Все. А по визиту покажешь? Все. Даже по крымичевским новым. Да. Голова там. Ну да. Голова, ноги. А ноги боги.
пересекаем. Потом по внешнему радиусу. И... Да? Ух, правее, правее. За сегодня я уже эту трассу изучил. Там на проходу магазин, алины. Ага. Да, там есть мороженое. Там все, что хочешь. Там даже приправы есть. С паприки и такое всякое. Интересно. И горіхова олія з грецького горіха. Не надергав задню, не надергав. Давай, давай, давай. Фініш, фініш. Забирай. Разве що не з'їв ту ленту. Ну я ж так на Дейвке, помнишь? Да, так. Это классика, это классика. Шоста сессия, Дейвки трейл. Бежимо в трех. Нина бежит 16 километров, 2 кола. Станислав також. И зараз спускаемось в ущавину лісу. Зліва ви бачите кар'єр, там є Крюківський і місто. Кременчук залишається, а вправо зеленка.